Ого, в темном лесе парочка такие ползут уже из магазина подрученьки. Так, с добрым днем, наверное, друзья. Едем на поиски на то же место, где были вчера. Чешуя, вот которую я показывал, казалось, чешуей Василия Третьего. Новгородский чекан. Василий Третий Великий, который. Крупная чешуя, достаточно большая, но это уже не уделка, к сожалению. Ну, тоже классная зачетная штука. Так, с коп-мобилем разобрались с утра. Как и предполагалось, был стартер подглючивал. Щеток ничего не осталось. Вылечили. Сейчас едем на те же места полазить. Там были церковные земли, там были дороги, там стояли какие-то строения. Строения стояли вот в этом перелеске, который сейчас. Попробуем залезть туда. Мы посмотрим. Если, может, это поле и вспахали, которое по группам. Тогда будет очень сложно ходить. Тогда и в лес полезем. Ну, в лес и так полезем. Попробуем. Ладно, будем снимать, что найдем. Там достанем. Где-то вот в этом комочке сейчас найдем. А ну-ка. Не вижу. Сейчас найдем. Я не могу найти на камеру. Блин. Ёпарасоте. Да это херня от колпачка. Фу ты, блин, зараза. Вот как звонило-то. Ладно. Так, ребят, первую монету. Идем снимать. Серебром. Угу. 62-й год. Что-то там с серебром. Это Николай II. 2 копейки серебром, 62-й год. Николай I. А, да. Извините. Ну, здесь ни сумма не видно, ну, но ладно. Здесь очень хорошо видно. Вот такая монетка. Четко-четко била. Так, ребят, подошли к лесу. Сейчас пойдем в него. Где-то вот там в глубине были вот эти строения. Выпал опять, к сожалению, часть. Кусочек пропеллера. Блин, когда же мы целый-то найдем, а? Ладно. Ну что, залезли мы в лес. Там вначале, ближе к дороге, естественно, помойка. Отошли и посмотрите. А здесь где-то вот в этой рощице какие-то строения стояли, судя по картам. Вот точно похоже на какую-то яму или пруд бывший. Что там в нем? Интересно. Сейчас спущусь, посмотрю. Вот этой дороги раньше не было, где машины ездят. Ничего не было. Ладно, сейчас вниз спущусь, посмотрю. Все, вылезли из леса. К сожалению, там устроили большую помойку. Там 3 дымовые ямы мы нашли очень глубокие. Вон, кстати, о чем я говорю. Вот одна из старых церквей. Вот. Здесь их несколько было там залез. Еще сигнальчик. Монет какая-то. Сложно сказать, какая. Отмоем, покажем. Так, у Люб сигнал. Идем снимать.
А, кстати, у меня тоже. Сейчас ямку я выкопал, но еще не смотрел что-то. Заяц только что убежал из-под ног. Русак. Уж чё-чё, денег я накопал, Павлов. Павловский, это да. Оп. Пойдем у меня смотреть. Чё, ну, так да. Звенело, блин, я думала железо. Подубит. А она просто сверху лежала. Подубита. Подубитая, да, она верховая. Так, сейчас у меня посмотрим, включимся. Так, подошли где-то вот в этом камке. Смотри, короче. Вон она родимая. Нормально, деньги, наверное, обычные. Да, пока только медные кружочки попадаются, к сожалению. Сейчас слазим на пашню. Слазим сейчас, да, залезем, посмотрим, что там было. Тоже убито. Вообще стертое напрочь. Даже непонятно что. Какой-то Александр. Походу. Или мне так кажется. Ну, в общем, лысый-лысый кружочек. Да, ребят, совсем убитый тут. Даже смотреть ничего не получится. Ладно, сейчас на пашню залезем. А, соратники по увлечению. Это мы, конечно, попробуем, но ненадолго. По такому трешаку ходить, это жесть. Ладно. Колечки дутые. О, ребят, вот подсказываю. Нашли вот такую фитюльку. Что там, я не вижу. Желтенькая. С пробой. Видите, проба стоит. Желтая. Ну, какая-то она белесая. Ну, какая-то белесая. То ли какое-то такое золото, то ли фиг его знает. Вопрос большой. То ли бижут... Ну, на бижутерии пробы не ставились. Точно. А пробы есть. Однозначно. Ну, это обломок. Были такие серьги, дутые колечки. Были. И вот здесь вот эта душка была. Ну ладно, надо посмотреть. Так, сигнальчик. Вот такие ни разу не находили. Очень похоже, что гирька серебряная сейчас. Она след оставляет на руке черный. Оставляет? Возможно. Вот такая штучка интересная. Ладно, пока ходим и ищем. Всякие интересности. Да тучки весь. Остается след. Возможно, что серебро, фиг знает. Ладно. Ну вот, наверное, один из последних сигналов. Пуговица какая-то выскочила. Да, сегодня находок немного. Я думаю, сейчас даже выкладывать особо сейчас не будем на капоте. А завтра дальше поедем. Я думаю, видео склеим из двух. Так что... Что-то непонятно. Что это такое? Ну, не орлянка. Да нет. Хрен знает. Вот какая-то такая. Похоже на орлянку, ладно. Хе, уже до машины вон дошли. Оп. Копейка 29-го года. Пойдет. Ну все, ребят, накопались, больше ничего нет. Все находки приложим. Я не знаю, буду я сейчас разбивать это видео или нет. Посмотрим. Может быть, не буду. Ладно, до скорых встреч в любом случае на канале.